одной. Есть один лишь Спаситель Иисус, есть один лишь Дух Святой драгоценный. Я Его благодати напьюсь. Подними свои руки на небо, Словом Божьим наполни уста. Славьте имя Христа. Есть один лишь Господь во вселенной, есть один лишь Спаситель Иисус, есть один лишь Дух Святой драгоценный. Я Его благодати напьюсь. Посвяти свои очи на небо, Словом Божьим наполни уста. Славьте имя Христа. Есть один лишь Дух Святой драгоценный, я Его благодати напьюсь. Иди свои очи на небо, Словом Божьим наполни уста, славьте имя Христа. Есть одно лишь дуновение ветра, за которым тебе стоит лететь. Есть одна лишь совершенная жертва, на которую ты можешь смотреть. Земля.
Иисус Христос. Святой помазанник Божий Иисус. Единый вечный, единый вечный Господь. Слово Твое пребудет во веки веков. Единый вечный, единый вечный Господь. Слово Твое пребудет во веки веков. Я хочу вместе с вами сегодня говорить на тему о дружбе. И я попытался найти некоторые исследования, что сегодня происходит с людьми, как социологи, специалисты видят жизнь человеческую сегодня, насколько аспект дружбы насущный, насколько отношения, которые мы имеем, важны. Вообще, вот какова ситуация в мире сегодня? Я был удивлен. Чуть позже я вам дам эту, значит, статистику, эти цифры. А сейчас хочу все-таки убедиться, кто из вас пришел в Дом Божий с Библией. Покажите мне, пожалуйста. Вот вы пришли в Церковь Божию, с вами Слово Божие. Ой, молодцы, умнички, умнички. Давайте вместе скажем. Я люблю Библию. Я люблю Слово Божие ко мне. Когда оно говорит ко мне. Я читаю мою Библию. Кто-то покраснел уже. Не смотри на того, кто рядом. Кто-то промолчал. Господи, говори ко мне. Через Твое Слово. И не только воскресенье. Аминь. Аминь. Я верю, что для многих из нас эта проповедь будет одной из очень важных проповедей в этом году, которая повлияет на вашу жизнь в будущем. Потому что если у нас будут правильные друзья, то правильные друзья правильно повлияют на нашу жизнь. Но если мы выберем неправильных друзей, то я полагаю, что намного больше боли, трудностей, борьбы, разрушений, может быть, отчаяний или каких-то приключений придут к нам. Знаете, есть одна удивительная фраза, которая мне очень нравится. Сказано так: покажи мне друзей твоих, и я покажу тебе твое будущее. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Так часто мы слышим, говорят. И мама была права, когда говорила нам вдогонку: с кем ты там пойдешь гулять? А ну-ка назови мне своих друзей. Кто? Вот этот Вася, вот эта вот девушка, которая с того дома, кто еще там будет с тобой? Скажи, пожалуйста. Почему? Потому что скажи мне, кто твой друг,
и я скажу тебе, кто ты. Покажи мне людей, с которыми ты проводишь большую часть твоего времени, и я определю направление твоей жизни. Каждый из нас фактически представляет собой нечто усредненное в окружении наших друзей. То есть, если взять, что у нас, допустим, 5 друзей, то мы будем составлять из себя, то есть мы будем такими, которые вот наши 5 друзей, точно то же отношение, которое имеют наши друзья к определенным вещам, то же отношение будет у нас. Например, если в окружении нашем мы обнаружим, что у нас среди наших друзей есть счастливые семьи, и их большинство, то и наша семья, твоя семья, имеет возможность быть тоже счастливой. Если ты окружил себя людьми, которые финансово, они знают, как тратить деньги, они живут по средствам, они не тратят больше, чем зарабатывают, они планируют и сдерживают мысли свои, желания свои и откладывают, значит, и ты относиться к финансам будешь где-то приблизительно так же. Если твои друзья по воскресеньям приходят в Дом Божий и предпочитают слушать Слово Божие и детей воспитывают в христианском духе, значит, и ты будешь где-то усредненненький, такой же самый, как твои 5 друзей, потому что кто-то очень сильный в этом, кто-то слабый, и ты где-то приблизительно вот на этом же уровне будешь, как твои друзья. Тот же Соломон сказал такую мысль: птицы слетаются по роду своему. Это означает, что ценности, которые в наших друзьях, они становятся нашими ценностями. Интересно, еще одна мысль, что мы хотим впечатлить другого человека нашими сильными сторонами. То есть мы показываем, какие мы молодцы, какие мы умнички, как у нас все получается, что мы умеем, какие мы красивые. Мы впечатляем других людей нашими сильными сторонами, а притягиваемся и дружим нашей обратной стороной. То есть, а комфортнее нам и легче нам, и дружится нам с теми, кто понимает нас так же, мыслит, как и мы мыслим. То есть нашей слабой стороной мы собираем возле себя друзей. Поэтому Писание говорит, птицы слетаются по роду своему. Понимая и зная все это, хочу сказать о том, что также есть, знаете, 3 вида бедности. Есть материальная бедность, и мы все очень хорошо знаем, о чем идет речь. Есть духовная бедность, когда человек духовно пустой, он банкрот внутренний, у него нет отношений с Богом. Когда он может приобрести весь мир, повредить душе своей, Библия говорит, нет в том никакой пользы. И есть 3 бедность – это бедность в отношениях. Человек может жить в огромном мегаполисе, может иметь много лайков на своей страничке в социальных сетях, но при этом быть одиноким и не иметь никого рядом, и не иметь настоящих друзей. Знаете, друзья мои, давайте попробуем вот мысленно пробежаться и составить список для себя, назвать тех людей, с которыми мы дружим, наших друзей. Вот сами для себя, допустим, вот это, наверное, мой друг, вот это мой друг, вот это мой друг, вот это. Повернись к кому-нибудь и назови, сколько у тебя, 2, 3, 5. Кто-то скажет: пастор, ты дай сначала определение дружбы, что ты понимаешь под дружбой. У меня, например, вся церковь, друзья, кто-то скажет. Не-не-не, я говорю о дружбе, о более глубоком понимании. Чуть позже я дам вам определение дружбы. Не записывайте туда вашу тещу, или ваших родных, близких, или вашу собачку, или котика, или попугайчика, нет. Я говорю о друге, не о родственнике, а о друге. Сколько? У кого 3? 3 друга. У кого 5? У кого 2? У кого 1? А у кого вообще, наверное, нет? А кто не понял вопрос? Молодцы. Смотрите, а вот интересная статистика. Оказывается,
что около 25 лет тому назад в Советском Союзе у среднестатистического человека было около 6 человек друзей. Сегодня, на сегодняшний день, среднестатистический человек имеет максимум 2 друга. 1-2. В 3 раза меньше у нас стало друзей. И я попытался понять, почему это. С моей точки зрения, есть 3 причины на это. Первая из них, потому что в Советском Союзе мы отработали смену, пришли там в 6 часов вечера домой, и у нас весь вечер свободен. То есть у нас мы были в определенных рамках, и мало кто в действительности работал с утра до вечера. Сейчас намного больше многие люди уделяют времени работе, чем раньше. Второй момент, знаете, это повышение количества разводов, числа разводов. Статистика такова, что в среднем около 80-85%, в зависимости от территории, от места и в разные годы разные цифры, значит, есть это тот высочайший процент семей, которые венчаются, и в течение первых 3 лет они расходятся. И знаете, когда происходит развод, разрушается не только семья, разрушается и дружба. Теперь у него свои друзья, у нее свои друзья, у него есть свое время, когда он, значит, идет и играет с детьми, у нее есть тоже время, когда она, значит, проводит с детками время. То есть и таким образом дружба тоже разрывается. Третья причина, я думаю, наверное, самая основная причина – это существование социальных сетей. Сами по себе социальные сети нейтральны. Кто из вас пользуется социальными сетями, Одноклассниками, ВКонтакте или, может быть, Facebook? Ничего страшного здесь нет. Братья и сестры, я тоже пользуюсь несколькими социальными сетями. И главная причина моя, почему я это делаю, потому что я хочу оставаться ВКонтакте, во-первых. И, во-вторых, я хочу иметь возможность повлиять, рассказать о той жизни Божией, которая есть у нас. И я знаю, что на этой площадке собирается очень много людей, особенно молодых. Интересно, что дети иногда больше раздражаются на родителей, потому что родители не догоняют чего-то нового вот в этих программах, во всем этом, а дети так быстро обучаются, проводят там часы. Иногда ночью, когда все идут спать, отдыхать, значит, ребенок все еще там сидит в гаджете своем, в телефоне своем, там кому-то переписывает, там что-то шлет, переписывается. Знаете, я хочу сказать, что социальные сети сами по себе, они нейтральны. Нельзя сказать, что социальные сети – это зло. Я помню, когда я рос в церкви, где я рос, одно время один из служителей так однозначно выражался. Он говорил: если телевизор есть в вашем доме, в нем есть грех. Я был совсем еще маленьким, в те годы только-только начали появляться телевизоры черно-белые такие, знаете, коробки такие. И я помню, что, я не знаю, каким образом кто-то нашел телевизор на мусорнике. Как? Кто его выбросил? И мы с ребятами разбирали его, и я все пытался найти, как выглядит этот грех, что такое грех там в телевизоре. Кроме каких-то ламп, проводов, экрана, я ничего не нашел. Но, знаете, вот однозначно здесь опасно и необъективно. Нельзя сказать, что социальные сети – это зло. Это не так. Сами по себе они нейтральные, но я хочу сказать, что они могут быть благословением, и они могут быть также злом. Почему? Потому что я глубоко верю, что если бы Иисус был в наши дни на земле, если бы сегодня пришел Иисус, я думаю так, это лично мой взгляд, Он бы использовал все современные средства технического прогресса для того, чтобы коснуться людей, прикоснуться к ним, для того, чтобы исполнить волю Божию и преподнести Евангелие каждому человеку. Но возникает вопрос, что делать тогда, когда
люди проводят очень много времени в социальных сетях, и по факту они становятся одинокими. Видели ли вы когда-нибудь такую картину? Сидит семья, допустим, где-то они ждут, там, или в поликлинике, или в кафе где-то. Сидят вот муж, жена, дети, сидят молча. Каждый сидит в телефоне. Пару слов перекинуться, да, нет, да, хорошо. И целый час или полчаса каждый где-то в своем мире с кем-то общается. Знаете, оказывается, так много в нашей жизни есть таких моментов, которые просто уводят нас от реальности. Лично мой взгляд на эти вещи следующий. Я считаю, что социальные сети должны быть дополнением к общению, но никоим образом они не должны заменить само общение. Еще раз, социальные сети могут быть дополнением к нашему общению, но они не могут быть заменой нашего общения. Подумайте только, лет 15 назад никто из нас, наверное, даже не додумался бы до того, чтобы встать утром, позавтракать, а потом встать у телефона и обзвонить всех своих друзей и знакомых и рассказать, что вы только что кушали, что у вас было на завтрак. Но сегодня это норма. Приходишь куда-нибудь там на завтрак, щелкнул, через пару секунд, там 200-300 твоих друзей, они оповещены, что ты сегодня завтракал. И мы считаем, что это нормально вообще. А что здесь плохого? Молодые люди, знаете, есть новое слово, которое дети мои научили меня. Селфи. Мы едем с дочерью моей, она говорит: папа, теперь селфи, дай мне свой телефончик. Это означает, я сижу за рулем, она говорит: головку ко мне, вот так лучше, улыбнись, щелк, селфи, то есть фото, сама себя фотографирую, щелк. Весь мир уже знает, что папа сидит за рулем с дочерью. Селфи. Друзья мои, интересно, что при всем при этом мы однозначно можем сказать, что это не настоящие отношения. Это виртуальная дружба. Ой, у меня столько лайков. Ой, моя фотография понравилась. Знаете, мы намного больше сфокусированы, чтобы произвести впечатление, что подумают обо мне мои друзья. Ой, я не так выгляжу. Если вам покажут какую-то фотографию, где несколько там 5-10 человек, и вы среди них, кого вы первого ищете взглядом? На кого вы смотрите? А? Вы думаете, как же я здесь выгляжу, нормально или нет? Нехорошая фотография, ее надо убрать. Кто ее вывесил, зачем ее опубликовали? Нехорошая фотография. Почему? Мы намного больше в наши дни озабочены тем, что подумают о нас другие люди, чем о том, что есть настоящие отношения и есть настоящая дружба. Итак, друзья мои, социальные сети. Лайки – это хорошо. Ой, у меня уже 7 лайков. Ой, я за 5 минут собрала 7 лайков. А может, теперь вот так вот сфотографируюсь? Нет, вот так вот. О, вот так хорошо. И везде. Всем. Тут же, знаете, я уверен, что кто-то сейчас, слушая мою проповедь, тут же и уже где-то там. Вот о чем он говорит сегодня. Интересно, что когда я бываю на разных конференциях, очень многие люди приветствуются со мной, здороваются и рассказывают мне о тех моментах, о которых я уже сейчас привык к этому. Я привык, что мы живем уже просто, все могут знать, где, что и как. Почему? Потому что сегодня это стало уже культурой среди молодежи и не только. Чтобы моментально, когда происходит какое-то событие, опубликовать это в Фейсбуке или ВКонтакте, или в Одноклассниках, чтобы фото опубликовать, написать что-то еще, и чтобы получить как можно больше лайков. Друзья мои, а что же Иисус? Как бы Иисус себя вел? Можете ли вы представить себе, что Отец, посылая Иисуса на землю, дал ему задание повлиять на все человечество, изменить весь мир. А Иисус пришел и говорит: так, ученики мои, послушайте, вот я вам даю несколько книг, вы должны их прочесть. Когда вы их выучите, освоите, я встречусь с вами, я вам объясню что-то еще. Трудно представить Иисуса таким. Иисус сказал: знаете что, давайте проживем кусочек жизни вместе. Давайте следующих 3 года или 3,5 года будем
завтракать вместе, будем путешествовать вместе, узнаем друг друга ближе. Давайте будем общаться лицом к лицу, от сердца к сердцу, и посмотрим, что через это общение у нас получится. Итак, друзья мои, настоящая церковь и настоящий христианин никогда не выйдет в мир виртуальный, заменив его, сделав подмену настоящему общению. Я хочу, чтобы мы это увидели и освоили. Не может быть интернет-церковь, не может быть служение в социальных сетях, которое удовлетворит и покроет внутри тебя. Что-то внутри кричит, что это не так. И когда я получаю лайки или читаю, когда кто-то из братьев и сестер говорит: «Мы молимся о тебе, пастор, я очень благодарен». Но я предпочитаю, чтобы помимо этого была не просто молитва обо мне, а была молитва со мной, чтобы я был в окружении вместе с вами. И как утром сегодня вместе здесь, когда мы подняли руки и пели «Иешуа, Иешуа», присутствие Божие просто опустилось здесь, чтобы вот такая атмосфера реального общения друг с другом, она была не заменена, и она не может быть ничем виртуальным заменена. Без этого невозможно настоящая христианская жизнь и рост духовный и рост церкви. Подумайте только, Иисус говорил такие слова. Он сказал: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Слышите? Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Библия говорит, что Бог так сильно любит тебя, что отдал свою жизнь за тебя. Мой друг, прими эту любовь. Нет ничего во вселенной, что может сравниться с нею. Когда мы принимаем Господа в наше сердце, Он заполняет собой всю пустоту внутри нас. Он ведет и благословляет нашу судьбу. Он помогает нам. Он сказал: «Я никогда не оставил и не оставлю тебя». Но для этого откройся перед Ним, и пусть Его любовь и благодать наполнит тебя.